Давай начнем с краткого апдейта о твоих пледианских контактах. Что произошло с нашего последнего интервью? Да, мне нравится начинать с этого вопроса, Александр. Ты, наверное, знаешь, потому что ты читаешь меня, что она являлась мне. Это было, наверное, в течение 10 дней после интервью, я не помню когда, но совсем недавно. Я чувствовал ее эфирное присутствие справа от себя, на 5 часов от меня, очень четко. Ее энергия очень конкретная. Это было перед сном, и затем в последующие дни я чувствовал ее по утрам, когда просыпалась. Это очень, очень исцеляюще для моего детского «я», той детской части меня, которому не дали выйти с ней на контакт, там, в Монтаке. Если ты помнишь, я тянулась к ней, и в этот момент они отрубили аппарат и втащили меня обратно в эту реальность. И контакт прервался. И для ребенка, над которым так издевались, жестоко и ужасно издевались, это было всем для меня, чтобы мочь быть с ней. Короче говоря, она возвращалась, и дело не в том, что мне нужно о чем-то разговаривать с ней, но это энергетический резонанс, который очень исцеляет эту поврежденную часть меня. Ясно. Из Монтака. Да, она сказала, мы всегда были с тобой. Мы всегда были с тобой. И это связано, я думаю, с большой конфедерацией, где у меня есть аватар на корабле, и который был там всегда. Так что это не удивляет меня. Она не на том же корабле, на котором я, но это все часть большой группы. И я знаю это. И дело не в... Я не думаю, что мне нужно передавать какие-то важные послания от нее публике. Это скорее мои личные взаимоотношения. Для меня это всегда, когда я встречаю новых существ, я прощупываю их энергию долгое время, потому что так я могу узнать их и доверять им. Так что дело не в том, как они выглядят, но в считывании энергии в их поле. И так я понимаю, кто они и какие у них намерения. И это относится также к любым новым людям, которых я встречаю здесь. Да, именно. Ладно, следующий вопрос. Ты говорил, что тебя отправили на русскую базу, и что твои кураторы требовали от тебя получить код. Значит ли это, что они знали, в какое место и время нужно отправлять тебя для конкретной задачи? И если да, откуда они это знали? Как они направляют чье-то сознание, чтобы отправить его в конкретную временную линию или время-место? Да. Там несколько вопросов в одном, но я думаю, я объединю их. Да, это очень хороший вопрос. Итак, они используют меня как экстрасенса. Я та, кто находит цель. И в то время, в 70-х, в программах они очень много... Мне вкалывали много препаратов и вводили в гипноз большее количество раз, чем я могу вспомнить. То есть они вводили меня в гипноз и говорили, что я должна искать. И это была моей задачей в серебряной пуле найти цель. То есть я должна была сделать это сама. Помни, что я ребенок-экстрасенс в этой программе. Понятно, о чем я говорю? То есть, проще говоря, они дают тебе задание, но ты направляешь себя сама. Ты знаешь, куда отправиться энергетически, но они просто говорят мне, что мне нужно найти. И все это происходит через единое поле сознания, где нет ограничений, так что... Это интересно, потому что они как бы отдают это на откуп тебе, чтобы найти что-то. Да, но помни, что я на 100% под их управлением и контролем. Я не самостоятельно. Я имею в виду, что они не знают, что произойдет. Да. Верно? Да. Вот что я хотел сказать. Извини, что перебиваю. Я собирался сказать, что в Монтаке все было очень экспериментально. Это все были тесты. И серебряная пуля — это всего лишь один из вариантов машины времени. Было сиденье Монтака, которое гораздо более известно, как аппарат, чтобы доставить оператора в будущее. И затем можно упомянуть хроновизор. Но также в Монтаке многое было связано с технологией расщепления ума. Я говорил в прошлом интервью, что дело было не в том, чтобы просто что-то найти в будущем и посмотреть на это, а в том, чтобы раздолбать сознание человека, над которым они работают. Разделить и фрагментировать сознание. Понятно.
Могли ли они видеть и слышать, что было на русской базе? Или ты передавала это им сама? То есть они могли видеть это в реальном времени, где-то на экране, например? О, да-да. Я была подключена к их оборудованию. То есть через серебряную пулю я была подключена к оборудованию для записи всех данных. То есть это шло через мое сознание, но все сохранялось на их компьютер, скажем так. Поэтому они не могли видеть то, что я вижу. Но данные поступают к ним. Okay. И вот что еще интересно, я не знаю, говорили ли мы об этом в прошлом интервью, но то, что я вспоминаю снова и снова, и очень ярко из этих эпизодов в «Серебряной пуле», это что я активно старалась блокировать информацию от поступления. И это поражает меня, что я все еще могла пытаться делать такое, учитывая, насколько я находилась под влиянием препаратов и пыток. Это настоящий героизм. Я считаю, чтобы шестилетний ребенок сказал, фиг вам, вы не получите эту информацию. Так что да, я все время была подключена к их аппаратам и оборудованию. Понятно. Хорошо. Кто-то спрашивает о медицинских технологиях СКП. Ты помнишь какие-то детали, или, может быть, помнишь, что была в таких аппаратах, что тебе проводили регрессию или восстанавливали? Да, это хороший вопрос. Да, медицинское оборудование. Я думаю, вопрос касался скорее регенераторов. Я должна сказать, что у меня нет воспоминаний о регенераторах. Но они клонировали меня снова и снова. Я бы не сказал, что клонирование — это медицинская технология. Но это то, что я однозначно помню из своего опыта. Регенераторы, я помню, был очень жестокий бой. Мы попали в засаду богомолов на марсианской базе, и нас было много. Я помню, что мне оторвало ногу. И это было самое страшное воспоминание о войне, которое у меня было. И от которого у меня было ПТСР много лет. Я наконец выздоравливаю от него, но... Я не знаю, мои воспоминания прерываются. Все превращается в темное поле после этого. Я не знаю, регенерировали ли меня полностью после этого, или использовали запасной клон. Так что у меня нет воспоминаний о регенераторах. И лучше сказать, у меня пока нет этих воспоминаний. Понятно. Я знаю, что с регенераторами через какое-то время, если меня оторвала конечность или что-то, и они засовывают меня в регенератор снова и снова, это ухудшает клеточную структуру. То есть молекулярные и атомарные связи начинают ослабляться, и это нельзя делать бесконечно. У этого есть свои пределы. Насколько бы классная ни была эта технология. Да, то, что ты говоришь, это именно то, что сказал Рэнди Крамер. Правда? Да-да, что хотя у них были медицинские кровати, или то, что он называет медицинскими кроватями, то есть камеры или аппараты голографических резонирующих частот, он сказал, что несмотря на это, его регенерировали снова и снова, но после того, как его срок службы закончился, его нужно было поместить в клон и отправить домой. То есть он, по его словам, сейчас находится в клонированном теле. И возникает вопрос, если технология такая волшебная, зачем использовать клон? Можно просто восстановить кого-то и отправить обратно, но... Он говорит, что тело все равно очень повреждено, несмотря на возможности этой технологии. Да. Я думаю также, что технологии со временем... К примеру, меня забрали и отправили на Марс в 82-м. Многое изменилось с того времени. Когда мы говорим о серебряной пуле, это технология 70-х. И сколько лет уже прошло? Несколько десятилетий. Что у нас может быть в плане временных технологий? Так что это очень интересно узнать, как технологии развивались все эти десятилетия. Особенно при сотрудничестве с инопланетными расами, которые и давали нам эти технологии. Точно. То есть все, что ты помнишь, это когда тебя ранили или что-то происходило, ты просто снова была в строю. Или была жива где-то. Да, и сознание чувствует. Всегда было четкое чувство, что мое сознание мигрирует в клонированное тело. Понятно. Да. И возникает четкое чувство чуждости нового тела вместе с этим, которое довольно дискомфортно. Да, и это основное, что я помню. И знаешь, в Монтаке, когда мы говорим о серебряной пуле,
Часть того, что они делали, это отделяли эфирное тело от физического. Эфирное тело является как бы энергетическим каркасом, на который реагирует биоматериал. То есть без эфирного тела у нас не было бы физической формы. Но если взять это эфирное тело, выделить и изолировать его, и держать его так, то можно продолжать выращивать биоматериал на нем. И это один из способов создания клонов. Есть масса способов создавать клоны. То есть тема клонирования тоже очень обширная. То есть если кто-то хочет сделать клон для пары боев и отправить его на выброс, такой клон можно вырастить гораздо быстрее. Но если ты хочешь создать боевую единицу и продать его как раба, который будет держаться много лет, нужен будет совсем другой подход к клонированию. Так что это тоже очень интересная тема. Верно, то есть мы говорим о разных уровнях клонов. Однозначно. Следующий вопрос по поводу нордиков и высоких белых, позитивных или негативных. Кто-то говорит, что есть много негативных. Что ты об этом знаешь? Наверное, люди хотят знать, когда мы слышим рассказы, как нам различить, кто хороший парень, а кто плохой, наверное. Точно, это вечный вопрос здесь, в этой поляризованной реальности. Я должна сказать, что я хочу отвечать на вопросы на основании своего личного опыта. У меня лично нет опыта с негативными нордиками, поэтому я, наверное, не могу говорить об этом лучше других. Я уверен, они есть. И нордик — это такой обширный термин. Это как сказать землянин или белый человек. Я думаю, это хорошая иллюстрация для того, что нам пора выходить из этой парадигмы мышления, когда эта группа хорошая, а эта плохая. В этом вся суть выхода из поляризованного поля сознания. Именно. Ты когда-нибудь видела временную линию с зомби-апокалипсисом? Извини. Я не видела временную линию... Извини. С зомби-апокалипсисом, но... Но, проводя сеансы для клиентов, я видела... Это относится к вопросу, погоди. Я видела ребят, которых забирали в Астрале по ночам и тренировали для временной линии Армагеддона. Это близко. Это не зомби-апокалипсис, но это однозначно апокалипсис. Эти люди просыпаются в синяках, они не отдыхают, они не знают, что произошло, и это длится месяцами. Я бы сказал, что это очень... Если говорить о развитии программ в течение времени и СКП, и что они могут делать, забирать людей в астрал и тренировать их каждую ночь, я думаю, это... В каком-то смысле эти методы стали более продвинуты в последнее время, так что... Вот что я бы добавила сюда. Это довольно коварные методы, на самом деле. И о каком сценарии идет речь? Их просто готовят как солдат, чтобы сражаться. Давай расширим контекст. Предположим, что Кабала и элита сделают то, что хотят, и превратят эту планету в настоящую планету-тюрьму, с кучей рабов под контролем сознания, живущих здесь. У них будут эти солдаты про запас, чтобы обеспечить эту временную линию в случае чего. И мы не окажемся там, но это один из замыслов. Они говорят, что будет, если мы создадим это? Как далеко мы сможем пойти с этим? Они всегда экспериментируют. Ты вообще веришь, что мы сидим здесь и обсуждаем все это? Это просто нереально. О чем мы вообще? Все это очень странно. Знаешь, я проснулся однажды утром, я слушаю все это уже, не знаю, 8-10 лет или больше. Я проснулся утром недавно и подумал, как все это странно. И не просто потому, что это экзотика, это инопланетяне, но просто сами сценарии. Это настолько оторвано от привычной реальности. Это просто жесть. Да, это очень странно. И люди, которым трудно принять все это, эту информацию, этот ход мысли, я их понимаю. Я бы никогда не поверила в это, если бы ко мне не вернулись воспоминания, я не осознала, что все это реально. Да, точно. Хорошо, что такое язык света и как ты используешь его в своей работе? О, это хороший вопрос. От зомби-апокалипсиса к языку света. Ага, мне это нравится. Итак, язык света — это передача информации из квантового поля и из космоса. Может мне подченнелить немножко? Вау, он уже пошел.
Монолитом? Лежит куля мокори. Дишу куля мелка, не лежит котенкен. Гелакония, боше киле, куля икташу куля мелка, та лечу. Дала куля антипут. Делину канди, до тажи куртани. Дала ю куля мелка чи. Итак, это течет потоком через мою жизнь. Это то, что пришло ко мне примерно 7-8 лет назад. Я начал ченнелить во сне. Но это чистота, которая обходит наш аналитический ум и говорит напрямую к сердцу, высшему «я» и нашей энергии как человека. Это, похоже, проявляется как явление у все большего количества людей. Чтобы вывести нас из этого когнитивного аналитического ума, который весь перенапряжен, и обратиться на более глубокий уровень человеческого сознания. Поэтому он приходит во время всех моих личных сеансов с клиентами. То, что он дает мне, это он позволяет принести более высокие энергии сюда, а также поднимает мое собственное поле, мою частоту, скажем так, чтобы я могла продолжать функционировать как чистый канал. Это такая сердечная частота. То есть вот этот кусочек, который только что вышел, очень резонирует вот здесь. Он связан с высоким полем любви и сознанием единства. И это настоящий язык, который можно понять или перевести в человеческие слова? Или это просто энергетический вибрационный паттерн, который проявляется звуком? Это и то, и то. А, это и то, и то. Ну, давай я могу добавить к этому. Это нелинейный язык, и он проявляется у каждого немного по-другому. У меня есть разные... Я не знаю, диалекты, он не всегда звучит одинаково. То есть есть отличия в разных языках в зависимости от того, что приходит как послание для меня или для клиента. Так что, в моем случае я могу понять, это как будто я получаю пакет данных, и я могу понять главный смысл того, что посылается через этот язык света. Но это никогда не будет и не должно быть линейным переводом слово в слово или звук в звук. Он как раз должен обходить линейный язык. То есть это как вибрационный резонанс, который ты озвучиваешь. И когда он выражается в звуке, он также влияет на наше тело, на энергию человека и так далее. Да, однозначно. Ясно. Ты думаешь, что то, что они называют говорением на иных языках в церкви, это то же самое? Мне тоже интересно. Я думаю, что раньше... Да, мы называли это говорением на языках. Я не на 100% уверена, но я думаю, связь здесь есть. Потому что это не новое явление. Просто сегодня мы называем это язык света. Да, там это называют язык ангелов или ангельским языком. И как мы понимаем ангелов сегодня, это высоковибрационные существа из более высоких измерений. Это интересно. Кто-то спрашивает, с кем из ветеранов СКП ты поддерживаешь связь? Встретил ли ты кого-то здесь, с кем ты служила там в программах? Я уберу первую часть вопроса, потому что это личная информация. Вторая часть, однако, да. Я однозначно встречалась, знаешь... Два примера приходят. Во-первых, Жан-Шарль Моен, до того, как он услышал мою историю, он связался со мной и сказал, «Я видел тебя несколько раз ночью на корабле Галактической Конфедерации, я знаю, что ты знаешь меня, и я знаю тебя». Я думаю, это правда. Ты знаешь о Жане? Да, немного. То есть это первое, он пересекается со множеством людей. И второй человек, которого я знаю, он приходил ко мне только на эфирном плане. Энергетически. Это мой травма-близнец с Марса. Нас связали, когда нам было по 9 лет, на базе ВМС Great Lakes к северу от Чикаго, перед тем, как нас отправили на Марс. Нас держали в клетках и связывали через травму. Ужасными методами. Это, наверное, тема для другого видео. Это очень долгая история, но он приходил ко мне. Первый контакт с ним был, кажется, 2 года назад. И вместе с этим пришло много воспоминаний. Поэтому периодически я контактирую с ним. Но дела у него не важны. Это очень печальная история, но это правдивая история. Травма связывания — это техника, взятая из нацистской Германии. И методика, которой пользуются иллюминаты. Это большая тема, как и зачем они делают, создавая эту команду из 2 людей, которая связана любовью, травмой и, в конце концов, предательством. Так что я немного отклонилась от вопроса, но это одно из самых ярких
отношений. То есть ты не общаешься с ним здесь и сейчас, верно? Нет. Он недостаточно здоров для этого. У него все не очень хорошо. В плане возвращения воспоминаний, скажем так. Понятно. То есть он приходит к тебе бессознательно, он сам не знает об этом? Его высшее я. А, высшее я. Я так и подумал. Хорошо, понятно. Итак, Жан-Шарль Мойен — это тот, с кем ты виделась здесь физически. И он узнал тебя, но ты тоже его помнишь? Я не помню лица, честно говоря. Мне их трудно вспомнить. Даже с Дином, моим близнецом, я вижу полный фотографический образ его в памяти, но его лицо всегда в пикселях. Это очень жестоко. И это то, как и должно быть. То есть, так это и задумывается. Да. Хорошо, кто-то спрашивает, в чем разница между нами и людьми четвертой плотности? Есть ли они на Земле? Все ли из них позитивные, или они все разные, так же, как мы? Да, это классный вопрос, вау. Итак, четвертая плотность значит разная для разных людей. Я вижу это как план испытания, чистилище между 3D и 5D. И 5D — это уже единое поле сознания. И чистота там — это уже чистая любовь, где уже нет полярности. Так что четвертая плотность — это более высокое сознание и осознанность, чем у обычных людей, конечно. Но еще не прошедшие порог 5D. Это все еще, я бы сказал, они все еще разбираются в четвертой плотности, все еще разбираются с этим поляризованным ментальным планом. И существа там все еще выбирают служить себе или служить другим. Просто разбираются со всем. Это эволюционный путь, поэтому мы можем вернуться к нордикам. Может ли быть группа более высокого измерения? И под высоким измерением я имею в виду в этой модели 4D выше, чем 3D. Но может ли быть группа четвертой плотности, служащей себе? Однозначно. Можно взять пример серых. У них невероятные телепатические способности, невероятные технические способности и более высокое сознание в некотором смысле. Но они выбрали, и это вопрос свободной воли, использовать это по-другому. Они не направлены к полю света или к сознанию любви. Это служение себе. Так что я бы также сказала, что когда спрашивают, есть ли существа четвертой плотности среди людей, мы становимся такими, когда мы медитируем, расширяем свою осознанность, расширяем свое сердце и свое сознание, и все наше поле. Мы начинаем входить в четвертую плотность и входим в это пространство через собственное развитие. Поэтому мы можем быть в этой реальности уже сейчас. Будучи в 3D, здесь мы достаточно отделены от реальности источника, и это медленно начинает меняться. И это необходимый этап на нашем пути, но... Да. Четвертая плотность — это не какое-то далекое место, куда мы не можем попасть, которое принадлежит только другим существам. Понятно, о чем я говорю, Александр? Да. Да, по сути, мы имеем эту волну космической энергии, которая создает нам среду, которая уже есть четвертая плотность фактически, да. И теперь это вопрос выбора, можем ли мы войти в нее. И это вопрос сдвига нашего фокуса. Хотим ли мы быть более ограниченными или более осознанными? Чем более ты осознан, тем больше ты в четвертой плотности. И мы скользим туда-обратно по нескольку раз в день. Да, да. И позитивные или негативные, они могут быть четвертой плотности, все еще разбираться с чем-то, они могут быть очень доминирующими и негативными, если они такое выберут. Да, они также могут иметь все преимущества четвертой плотности, так сказать, быть телепатичными и иметь доступ к технологиям, и технологиям резонанса и много чего еще. Окей. По поводу Украины, у тебя есть ощущение того, когда конфликт может закончиться? О, трудный вопрос. Это очень деликатная тема. Знаешь, я провела небольшое чтение этой темы где-то 5 дней назад. Я могу сказать тебе сейчас, что я увидела. Что касается завершения конфликта, когда я делала экстрасенсорное чтение, это было как скользкая рыба в моей руке. То есть очень нечетко, я чувствовала, что все постоянно меняется. То, что было вчера, это уже не то, что есть сегодня.
Мне показали график, который идет вверх-вниз, вверх-вниз, почти как на ЭКГ. А потом в какой-то момент был большой скачок, а потом мелкие волны и прямая линия. Я услышала, празднование приходит в сезон цветов. Я почувствовала жар, то есть теплоту и комфорт. Тепло было, как летом. Я почувствовала, что разгар лета — это то, когда этот большой скачок произойдет на графике. И вот еще что я заметила. Как я сказал, это было простое чтение, но считывая энергию экстрасенсорно, я увидела, что вся сторона, касающаяся НАТО, была наполнена искажениями, замешательством и конфликтами интересов, внутренними противоречиями. И стратегия была очень мутной. Но затем, когда я посмотрела на Россию, все было ясно, и стратегия все больше прояснялась со временем. И мы видим, что там сейчас все очень запутано, но я могла видеть, по крайней мере, энергетически, что стратегия России была бескомпромиссной. Я видел здесь ясное преимущество. По крайней мере, то, что я увидел в коротком чтении. Окей. Ты имеешь в виду, что Россия была готова идти до конца и не отступать? Просто во всем, что они делали, было стратегическое преимущество. Понятно. Хорошо. Интересно. Празднование приходит в сезон цветов, то есть летом, но мы не знаем, летом какого года. Вот-вот, я и сказал, давайте, ребята, может быть, скажете поточнее, о каком именно времени мы говорим. Но вместе с этим, знаешь, я не предсказатель, я всегда осторожно, особенно с таким конфликтом, где столько всего происходит каждый день, и энергия меняется так сильно. Да, ты считываешь энергию на момент ее считывания. Да, но не на долгий срок, потому что долгосрочно она меняется и скачет постоянно. Именно, да. Это также зависит от того, что массовое сознание пытается создать из этой смеси, то есть какую энергию я, ты и все остальные проецируем на эту ситуацию, это и приведет к какому-то результату в конце. Да? Точно. И иногда лично мы не можем решать, что будет для всех. То есть мы не всегда видим одно и то же. Ты можешь оказаться в реальности, которую ты видела, но не все остальные. И каждый переживает это по-своему, так что на это можно посмотреть с множества углов. Окей, у тебя есть информация из внеземных источников о том, почему Земля так важна в масштабах галактики и была центром большого конфликта миллионы лет? С человеческой точки зрения, кажется, что это долго. В масштабах мироздания я не уверена, что это долго. Знаешь, Тиран мой партнер на материнском корабле из Конфедерации, где у меня есть аватар. Он всегда говорит, что ткань этого сектора галактики, где мы находимся, вся ткань этого места очень тесно взаимосвязана. Поэтому все эти расы, о которых мы слышим, наши судьбы переплетены. Поэтому всем интересно, что будет. И это немного пренебрежительно, но мы на самом деле самый мелкий фактор из всех. И это только потому, что мы еще не управляем силой своего сознания. Если мы не управляем ей, это сделает кто-то другой. Вот и все. Так что есть масса разных игроков, позитивных и негативных, говорящих: «Окей, мы поведем человечество по этому пути с нами». «О, нет, мы поведем человечество по этому пути с нами». И это гораздо больше игровое поле, чем одна Земля. Также в нашем теле есть эти световые порталы света, порталы в космос. И они настолько мощно заряженные. Мы даже не знаем, что у нас есть, поэтому нас так легко контролировать. И нашу ДНК очень легко адаптировать. Нас так много, не просто ДНК гоминидов или приматов, нас масса всего другого, поэтому вокруг всего этого идет возня, споры и войны. Кто-то хочет управлять нашей ДНК, другие нашей судьбой, так что это важный фактор. Здесь много чего, то есть люди... Мы гораздо более умные и заряженные светом, чем мы думаем. У нас мощный потенциал. И этот потенциал во многом сейчас только начинает развивать сознание. Но мы настолько не тронуты и в какой-то степени не сформированы. Понимаешь, о чем я говорю? Ага. Я также думаю, что мы все время очень... Непонятно почему,
очень терроцентричны, потому что мы знаем только себя в основном. Поэтому мы всегда думаем, что мы в центре внимания. Да, мы в центре всех войн, и это не так. То есть, если мы смотрим на Землю, если мы поговорим с инопланетянами, они скажут нам, что, конечно, вы важны, потому что вы есть вы развиваетесь, и вы можете смотреть на мир только своими глазами. Вот почему вы так важны. Важны для самих себя в основном. Но это не значит, что все полностью зациклено на Земле. Если Земля падет, падет вся галактика. Если Земля выстоит, то галактика не погибнет. В таком духе. Ну да. Это хорошая мысль, я, наверное, соглашусь с ней. Есть миллиарды других миров, кроме Земли, о которых мы даже не знаем. Есть так много других войн полярности, которые могут идти в других местах также, и о которых мы ничего не знаем. Ребекка и Марк Домицио говорят, что их миссия была спланирована и известна до их рождения. Правильно ли я понимаю, что темная сторона не самостоятельна и является инструментом в общем плане эволюции? Иначе как это может быть спланированная миссия без неизвестных, так сказать? Да. Да, я бы сказал, что темная сторона играет свою роль в театре полярности, как я это называю. То есть мы приходим и берем билет, будем ли мы играть на темной стороне или на светлой. И это нужно нам как катализирующий фактор для событий. Это играет роль на нашем пути и продвигает нас на следующий уровень. И без этого мы бы не переходили в ту же четвертую плотность, например, и дальше в пятую. Так что, как я это вижу, это необходимо для нашей эволюции. Да. То есть, если ты говоришь, что у тебя была миссия, так сказать, чтобы играть свет, ты думаешь, у них также была миссия, чтобы играть тьму? Да, знаешь, я сделал отсылку к другим жизням, где я знаю, что играл на темной стороне в Атлантиде как минимум однажды. Так что мы не всегда были работниками света или все такое. Если ты думаешь, что ты был святым и идеальным в каждой жизни, чувак, это не так. Я думаю, это правда. Я вижу все это как отражение источника. Мы переживаем что-то без... То есть на Земле мы говорим, что переживание тьмы — это плохо. С более высокого уровня мы бы сказали, переживание тьмы — это переживание тьмы. Ты можешь прилепить к этому ярлык, если хочешь. Это помогает тебе понять большую картину или более высокие принципы. И это может вполне стоить того для души. Хотим ли мы выбирать это? Нет, я бы снова не выбирал еще одну жизнь, полную пыток и издевательств. Но это играет свою роль в путешествии души, которая... Например, я работаю с хрониками Акаши, с клиентами, и мы всегда ищем темы путешествия души сквозь разные жизни. С чем ты пытаешься разобраться, приятель? Верно. И также наше определение тьмы и зла в основном идет из взгляда третьей плотности, то есть то, что мы считаем злом, это то, что может навредить нам или уничтожить нас. Но если ты идешь выше и знаешь, что ты нерушим и вечен, то возникает вопрос, зачем мы все это делаем? И потому что это интересно, потому что это интересный сценарий, чтобы его проиграть. Я понимаю, что ты прошла вещи, которые большинство из нас не проходили. Но также я хочу сказать, что если есть люди, которые только начали слушать такую информацию, я не хочу звучать резко и говорить: «О, это просто реальность, ты страдаешь, тебе больно, ну, такова жизнь». Но иметь сострадание к людям, где бы они ни были на этом пути, не просто говорить: «О, это просто часть игры, в которой мы играем». Так что я могу смотреть на это с обеих точек зрения. Да. Итак, одна из проблем раскрытия — это гнев людей в отношении властей. И в этом смысле ты, похоже, проработал свою травму и не находишься на частоте гнева. А что насчет массового сознания? Ты видишь какое-то решение для массового сознания, чтобы оно могло подняться и не иметь эту частоту гнева, когда они узнают, что происходит? Да, это очень хороший вопрос.
Я думаю, все мы, кто работает над своим сознанием, это тема, которая идет через весь наш разговор сегодня. Мы помогаем произвести сдвиг для всего коллектива. То есть это не просто индивидуальный процесс, это помощь другим, тем, кто не настолько же готов произвести этот сдвиг. Я также думаю, наверное, у меня более оптимистичный взгляд на это. Потому что, когда что-то настоящее становится видимым, что-то, что мы, возможно, знали внутри нашей клеточной памяти долгое время, и это открывается, мы можем быть немного шокированы на поверхности сначала. Я чувствую, что люди поймут все и скажут, ну блин, наконец-то, почему так долго? То есть это одна из вероятностей, которую я вижу. Наверное, я просто не вижу, что это будет так жестко и кроваво, как могло бы быть. И также, если мы посмотрим на сценарий ковида и всего этого дерьма, которое происходило последние годы, весь этот хаос просто взвинтил ожидания людей до астрономических высот. И в результате люди привыкают к чему угодно. То есть, к шоку. Вау, я бы никогда не поверил в такое, но это случилось. И люди немного онемевают от происходящего, но... О, есть куча рептилий-шейпшифтеров, которые делают адренохром из маленьких детей и управляют планетой несколько тысяч лет. О, понятно, ну и что? Так что, может быть, люди просто отреагируют и так. Вроде, слушайте, мы уже видели всякое, небеса не упадут. О, инопланетяне существуют? Хорошо, мне нужно идти на работу. Да. Это мой взгляд. Может быть, он немного отличается от того, куда был направлен вопрос, но у меня просто больше оптимизма, потому что понимание правды зашито внутри всех нас. Да. То, о чем мы говорим сейчас, и то, что мы знаем сейчас, я имею в виду людей, которые обсуждают такие темы и переживают такой опыт, это не обязательно то, что массовое сознание будет иметь возможность увидеть сразу, то есть... Ты позволяешь себе видеть только то, что ты готов увидеть. Поэтому если... Да. Если раскрытие, какое бы оно ни было, случится, я не думаю, что первое, что выйдет на поверхность, это самые шокирующие факты. Люди могут просто обсуждать то, что летает в небе, или задаваться вопросом о том, одни ли мы во Вселенной. Да, и слушай, посмотри, что сейчас ходит по интернету. Столько инопланетных тем, которых все больше и больше. А потом говорят, что США сбивают какие-то НЛО. Это инопланетяне или шпионские зонды? Мы не знаем. То есть идет конкретная подготовка. Я думаю, люди, общественность и спящие массы могут быть немного более подготовлены к ситуации сейчас, чем это было раньше. Да? Да. Это мое впечатление. Верно. И не все должны узнавать все и сразу. Да. Окей. Может быть, ты хочешь сказать что-то, как обратную связь на вопросы? Или что угодно, что тебе хочется сказать? Да, конечно. Спасибо за вопросы, они дали нам возможность обсудить все глубже. Я хочу сказать русскоязычной аудитории, спасибо за то, что публикуете меня и общаетесь со мной, хотя я не говорю по-русски. И людям, которые так открыты, зрителям на канале Астралионика, видно, что люди жаждут этой информации. Это так здорово, что это происходит сейчас. Я хочу сказать людям, для которых эта информация новая, и много всего и сразу наваливается на них, и они падают вниз по кроличьей норе, как мы говорим. Спасибо. Это не будет шокировать вечно. Я хочу сказать спасибо людям, которые удерживают это пространство знания, чтобы оно могло выйти на поверхность, и чтобы все узнали правду. И могло выходить на публичных платформах. Это давно пора сделать. И все, кто слушает, это часть раскрытия. Так что, огромное спасибо.